Белорусские народные, популярные и авторские. В Гомеле на отборочном туре на Славянский базар прозвучало около полусотни песен. Заявки на участие в отборочном туре подали более 20 артистов. 10 из них по 5 в каждой возрастной категории будут представлять регион на взрослом и детском конкурсе «Славянский базар» в Витебске. Когда была дома, я постоянно приходила с музыкальной школы и дома учила эту песню. Тяжеловато. Ну, а как еще песни учатся? Жюри оценивало не только вокальные данные конкурсантов, но и исполнительское мастерство, а также артистические способности. На следующей неделе лучших вокалистов будут выбирать в Могилеве.